Secretary of National Security and Defense Council of Ukraine, Mr. Alexander Turchynov. Мені дуже приємно відкрити традиційно вже 13-ту міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя і безпека» та 10-й міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-21». Дуже символічно, що ці події відбуваються напередодні Великих свят. Це свято Покрови і державне свято День захисника України. Міжнародні виставки оголошуються відкритими. Будь ласка. Підходьте. Мені це посмотрели. Максимально приближені к реальним і на автоматичному поведінні машини. Плюс мультимедійний чип, який дозволяє тут ситуацію. И сколько таких уже МВС? Пока что экспериментально. Сейчас хочет много, еще никто не выкористовывает. Уровень 2, український 4 клас, плюс противоосколочная защита, пиларовое покрытие. Нигде больше на автомобилях українських производителей пока это не используется. Это разок уже доработанный. Александр Борисович уже попробовал. Если сравнивать с тем, который был, по мастеру. Хочу сравнить, это по результатам ведения боевых действий уже доработано. И по надежности, и по комплектации. Потому что ребята потребовали крышки, ребята потребовали досягатель. Это все мы сделали, принесли старую модель. Плюс по начинке борьба с пылью, с грязью. То есть на базе американского штата, да? Да, один к одному то, что стоит у них на сборе. Самое главное, мы ждем
будет? Нет, нет, для беспилотников это актуальная штука. У нас нечего отрабатывать. Да. Именно поэтому мы пришли к этой мысли. Выстрелили? Не выстрелили. Нет, это же макет. Ну, можно, но единственное, придется переделать поворотные устройства. Это тоже время потом. То есть вот это настолько универсально. Сколько? 30-20? Нет, сейчас идем. Нет, нет. Американцы, как обещал, дали лицензию спорта. Что-то новое есть? Вот вариант хороший. Да. Вот это самое. То есть практически стол меняется, удлиняется. Я покажу, не надо было. Ты меня здесь был, мне кажется, древний. И это самое. Они дали лицензию на производство. На Украине впервые в этом году начали метеорамиды делать от камуфирмы, и все негрущие материалы.